ищешь надежное крепление для телефона на свой BMW.js, у меня есть два способа, как это сделать с помощью системы QuadLock. Первый способ классический, с креплением телефона на руле. Для этого мы используем крепление PRO, виброизолятор и чехол для телефона под соответствующую модель. Сначала подбираем проставку для руля. Для JS оптимальный будет диаметр 32 мм. И уже на проставку закручиваем крепление. После того, как основание затянуто, регулируем наклон лапки для удобного положения телефона. Следующий шаг – установка виброизолятора. Прикручиваем его сверху на лапку. И последняя ступень – это фиксирующий флажок. Он устанавливается на виброизолятор. Крепление готово. Напоминаем, что вибрации двигателя на высоких оборотах могут вывести камеру вашего телефона из строя, поэтому мы настоятельно рекомендуем добавлять виброизолятор в вашу систему крепления. В отличие от других систем, QuadLock оснащен фирменным флажком фиксации, что исключает случайное снятие телефона на скорости. Даже если случайно задеть телефон рукой или локтем, без нажатия фиксирующего флажка снять его с крепления невозможно. Второй вариант при наличии сумки на руле – это крепление на место навигатора. Для этого нам понадобится крепление на зеркало QuadLock, виброизолятор и чехол под соответствующую модель телефона. Для монтажа на перемычку используем крепление 12 мм. Монтировать можно как вместо навигатора, так и рядом с ним. Устанавливаем проставку, затягиваем основание, устанавливаем виброизолятор и уже на виброизолятор ставим флажок фиксации. Если хочешь такое же надежное крепление на другую модель мотоцикла, пиши в директ марку и год, подберем оптимальное решение для тебя.